Ну дальше кого? Давай скорее Бога и думай, я то мне некогда, сейчас часы читать стану. И сейчас, батюшка. Ну, пиши. О здравии рабов Божьих. Андрея. Андрей. Дарьи Сочады. Опять Андрея, Антипа Марья. Постой ты. А, Андрея, Антипа Марья. Постой. Не шибко. Не за зайцем скачешь, успеешь. Антипа. Антипа. Марья записал? А, ну записал. Ну, теперь пиши. Кирилла. 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 Гордея. Младенца новопреставленного Герасима. Пантелея. Вот. Герасима. Пантелея. Ну ты усопшего Пантелея записал? Усопшего-то! Погоди! Пантелей помер, что ли? А? Пантелей, говорю, помер! Пантелей, да! Так... Помер! Да помер. Как же ты видишь, что он ставит его записывать? Помер, Пантелей! Ты говори-то толком, не путай меня! Чего? Пантелей, говорю, помер! Помер, Пантелей! Ну, помни тут вашего брата, а! Ну, кого еще? Зупокой. Зупокой? Не. Ой, сейчас. Постой, зупокой. А, ну, пиши! Угу. Мне постой, батюшка, постой. Зупокой. Кирилла. Кирилла. Гордея. Ой! Ивана, прости, батюшка, запамятовала. Ивана. 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 Авдотью. Авдотью. Кого еще? Ивана, Авдотью. Еще Дарью запиши. Егора. Воина Захара ты запиши. Он как пошел на службу-то в 4-м году, так с той поры и не слыхать его. Вот. Стало быть, помер? А? Помер, говорю, Захар-то. Ой, а кто ж его знает-то? Может, помер, а может, и жив, ты там пиши, главное, пиши его. Так куда же я его запишу-то? Ты мне скажи, помер, то за упокой, а коли здрав, то о здравии. Ой, батюшка, родненький, родименький, да его на обе записочки запиши. Он же у нас человек не путящий, пропащий, ему все равно, ты пиши, главное. А там видно будет, батюшка, пиши. Ну, записал? Ну, теперь пиши. За упокой. За упокой. А, Марка? Марка. Марка! Левонтия, потом еще Арину, Кузьму Санной, и болящую Федосью запиши, вот. Болящую-то Федосью за упокой? Ты меня за упокой, что ли? Да ты что, ошалел, что ли? Фу ты, кочерышка старая! За упокой! Не померла еще! Что ты лезешь на за упокой-то? Вот так и говори! О здравии! Да путаешь меня еще тут! О здравии пишу, батюшка, о здравии! Тебе поболяешь теперь Федосию, наверное, зачеркивать и писать о здравии! О здравии! Ой. Вот путаешь меня еще тут. Я не путаю, о здравии пищи. Да путаешь, я всю бумагу из-за тебя уже изгадил. Молчу. Ой. Ты тут что-то разберешь, что тут написано. Ой. Послушай, я тебе прочту.
Федосью, о здравии! Да погоди, я тебе прочту. А, читай. О здравии. О здравии. Рабов Божьих. Рабов Божьих. Андрея. Дарьи Сочады, Митрия, Паки Андрея, Мария, младенца новоприставленного Герасима. Новоприставленный ты как сюда попал, то здравия, а? Вот Герасим-то. Вот путаешь меня еще тут. Бабка, вот ей-богу. Запутала теперь Герасима отсюда долой и писать его за упокойное дело. Долой, за упокойное. Да молчи ты. Молчу. Молчу. Слушай далее. Ага. Значит, воин Захарьев. Ой, ой, выкинь ты этого Захарьевшка. Так вот, за упокой ты еще кого? Или о здравии. Авдотью ты записал? Авдотью? Авдотью! Записывал? Записывал. Да? А тебе что знать, Диана? Тут не разберешь ничего. Ищи. Так. Вот нашел. И за упокой записал. Авдотью! За упокой! Да еще ж году нет, как она замуж-то вышла, ты уж на нее смерть накликаешь. Да ты на меня путаешь-то? Да вот, вот. Я тебя без хватит, да путает, да вот смотри. Это ты меня путаешь. С молитвой. Это... Молчи. Молчу. Молчи. Молчу. Молчи. С молитвой пиши, а вот сердце ничего зло. Ничего не разберешь. Бесу радость. Молчу. Вон Захарьев сюда еще стрелял, что ты его... Да меня... выкинь, второй да. раз говорю, выкинь до этого Захарьюшка, или так бог с ним, выкинь. Я всем гурток запишу. Слизанного. Гурток? А ты? Андрея, Дарьи, Сочады, Паки, Андрея, Антипа, Марью, Кирилла, Гордея, младенца новоприставленного Герасима, Пантелея, Марка, Алину, Кузьму с Анной, болящую Федосью записал. Неси вот судья к нам. Пусть он разберет. Здесь мертвый, а кто живой. Я этих делов хоть убей не понимаю. Он в семинарии обучался. Иду, иду. О, батюшка. Здравица. Да куда ты пошла-то? У тебя дьякон в той стороне где-то. Чего? В той стороне у тебя дьякон. А здравица, батюшка, здравица! С Богом! С Богом! Здравица, батюшка! Ой.